В Звенигороде завершился капитальный ремонт стационара Одинцовской областной больницы. Обновленный объект открыли глава муниципалитета Андрей Иванов и первый зампред Мособлдумы депутат от «Единой России» Лариса Лазутина. В здании был усилен фундамент, проведен большой комплекс наружных и внутренних работ. Кроме того, в медучреждении установили новое оборудование в реанимации, хирургическом отделении, рентген-кабинете и в лаборатории.